когда снимал, подумал, что типа, а чего он радуется, когда он начал бежать. И потом еще гол говорят, я думаю, так, ну я вроде не совсем идиот. Ну ладно, Витя потом зазумит. Крайне. Саня, 100%, Саня! Нет, у тебя лицензия есть на ВАР? На ВАР? Конечно, у меня 5 лицензий, Саня. Любая лицензия. На ВАР, на РАВ. Точка, точка, Саня, точка! Витя, прости, братан, я пытался Андрею денег сунуть. 100% точка. 100%. Если бы Витя оставил бы здесь косарик, то, может быть, и гола бы не было, знаешь. Я просто подумал, что Витя, типа, Витя... Ну да, если бы там был бы еще не наш вратарь, знаешь, типа не наш знакомый, вот тогда бы еще это было как-то пообъективнее. А так как там Витя стоит, то придется еще и против Вити судить. А сейчас 1-1 счет? Да. Да! Я знаю! А это 13. Чуть меньше 13. Молодец, 11-й! Ну, уже потухло, судя по всему, поэтому все в порядке. Там третий. Третий парфоменко забил. Спасибо. То есть не богач, да? Давай, давай, давай! Не, не богач, парфоменко. Потому что парень еще жаловался, что последний это наш единственный. Где? А если было 12? На ту сторону? Налево? И найти не можем? Это Влад позвонил тебе? Блять, так, мне надо помощь. Что тебе нужно? Ну давай я попробую. Санечка, Борисевич! Саня, выручи меня, пожалуйста, надо залезть 5 секунд, покрутить камеру, там мяч не могут найти. А, ну давай я попробую. Как? Я покручу. Не переживай. Я думаю, что это ничего не надо. Нет, а ты же не перелезешь туда. А? Ты не перелезешь туда. Я пойду, но не падаю. А когда туда мяч вообще влезет? Главное, чтобы я был рядом. Ты, если ты отзумишь максимально как можно там в назад, то да, я смогу. Сможешь? Давай. Да, давай. Тун-тун-тун. Ты ж отзумил, Андрей, да? 1-1? А ну шкинка может. Босс, давай! Два раза 1-1, не забывай. 3. Надо Тёма, ты сильно высоко пошел, Тёма. Давай! Тёма, колесик, чуть ниже сядь, колесик! Ваня! Я ушел, бро! Спасибо. Слушай, это прикольно.
Вот это намного интереснее было. Да? Да, ну только зумить так не получится. Все. Видишь? А ты во мне сомневался. Фух. Неудобно, когда там, типа, и там. По диагонали. Ну, если вот изумить, ну, типа, максимально масштабно, то тогда, типа, точно ничего не пропустит. Стати, стати, пацаны! Нашли мяч? Да. Там за рот. Ой, это прям так. Разберитесь нахер, Научил ты его здорово. У них самое какая-то минимальная. Я ворота стою, я не учился. Это был контакт. 100%. Ну такой, ну. Пусть вар посмотрит. Там чисто, смотри, вар. Чисто точно. Да, да. Сколько можно? Душ отвалить. Душ отвалить. Ой. Ваня, блядь! Ваня, сюда, Ваня, интер... Ин... Инпр... Зачем так называть команду? Я не понимаю. Спонсорство. А. Ну тогда все логично. Ну, видишь, ты разрешением на то, что. А? Но это лон не судил. 100% гонят на это лон. Это... Второй касаю. Я там сейчас я бачу. Короче, разрешив командам брать свои названия, так хоть это открыл ребятам путь к спонсорам, понимаешь? Типам легче жить стало, дышать. Давай! Ваня, что, дай, выходи, теперь нам про... платят. Я центр, Антон! Да. А чтобы не платить за этот матч в будущем, ставьте лайк под видео. Вы можете поделиться с ним друзьями. Особенно если вы игрок Кёльна или Атлетика. Пусть все видят, какие вы классные. Но за следующий матч тоже придется заплатить. Но возможно мы наберем больше, чем видео одесситов. И тогда монетизация будет отлично. Кстати, а за одесситом монетизация шла? Не, блин, обидно. Это тогда. Мало сильно. Ну, не, не мало. Это было бы... 50 было бы. Ну, да, сатан 50 баксов. Что? Там же 1100 просмотров было, да? 450. 450. Ну, 400 баксов, может быть, и получилось. Нет, там у нас, нет, у нас было бы 2 доллара. Серьезно? Что так мало, блин? Пол ляма просмотра. Ну, зато теперь пол ляма человек знает, что в нашей лиге играли какие-то такие одесситы. Можно было бы с ними следующую серию снять. Получилось бы неплохое шоу. Точно аматорская линия. Ключ, ключ, ключ! Ну, посреди матча начинается драка, там битва. Всякие трюки. Ты комментируешь активно, включаешься, типа. Он заходит ему в ноги. Переворачивает его. Это подъем, переворот.
Задержитесь в отеле, сядьте тут трошки. Да не встал, уйдите, блядь! Я бы сам даже такую штуку просил. Отлично! Раз, Дима, раз! Набирай! Эш, крутое зрелище. Ваня, ты, Ваня, служи ему, Ваня, Ваня, служи! Под тобой, под тобою! Набирай! У вас шесть человек там! Ваня, ну не то совсем! Какая у тебя минута? 26. Спасибо. У меня время сбилось. 3 минуты, пацаны, 3,5. Ниже центра, ну давайте! Вот. Завтра, кстати, попрохладнее должно быть. Да? Ну да. И может быть дождливо. Что? Что? Если небольшой. И так чисто. Омолаживающий такой. Поодушевляющий. Это неплохо. 19 градусов будет, как мы будем ходить. Завтра. Сегодня 28. Нет, меньше. 28. Но жарко. 26. Спокойно, никому. Да не шо! Видите, психологи. Я не знаю. Он так злится. Я его впервые таким вижу на футболе. Да, ему обидно, Атлетика проиграл, конечно. Не, ну Кельну пора возвращать, было величие. Как минимум надо начать с того, чтобы они взяли себе нормального вратаря. Какой счет в итоге здесь? 3-1, если я не ошибаюсь. На 3, да? Ну да. Да. Попытка была хорошая. А что у нас по концу сезона? Что там, призы, там, мороженое? Когда зашел? Ну, в сезоне? Да. Еще обсуждается что-то. А, я понял. Я просто думал, у вас было собрание капитанов, я увидите спросил, да, типа это. Да, мы там решили все линии посетить. Я понял. А, правильно, ты забыл. Мотивация. Я еще в прошлом сезоне удивлялся, почему, ну, типа, только одна лига получает денежный приз. Ты знаешь, что это? Не знаю, как это, я лучше поставлю. Я понял. Поставил тут воду, ты уходишь в колодку. Бачу, ёб твою мать. На прошлую и на будущую. Кто такие?